Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. В сети появился архивный ролик, снятый 5 октября 2020 года. Сюжет снял муж Кристины Арбакайте, бизнесмен Михаил Земцов, во время сбора урожая яблок. В воскресенье провели на ферме. Запаслись яблоками, подписала ролик певица. Дотянуться, яблочко. Ну, привет. Привет. Ты тоже яблоки собираешь? Да, давай, клади вот в эту корзинку. В авоську. Ой. Красиво. Ой, понюхай. Ой, пап, понюхай. Давай, пошли дальше собирать. Мы на яблочной ферме. Давай попробуем. Давай, давай. Вкусно? Кисло? А мне так вкусно. Напомним, Кристина Арбакайте замужем за американским бизнесменом российского происхождения Михаилом Земцовым. Пара воспитывает дочь Клавдию, которая родилась в 2012 году в Майами. Клавдия – единственный ребенок Михаила. У Кристины есть двое взрослых сыновей. В отношениях с российским артистом Владимиром Пресняковым певица родила сына Никиту, а будучи в браке с Русланом Байсаровым, Кристина родила сына Дэнни. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости. И помните, мы ценим чужое мнение.